Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией, сильной, независимой державой, страной цивилизации. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству.